Зато я была первая на сервере, на кросс-сервере. Хер бы кто мне пикнул что-нибудь. Ну, 500 000. Поэтому ипотека, а могла быть на этом. Встречайте, крутые чуваки. Давайте представим на минуту, что Вагнер вдруг стал единственным кузнецом во всем Тейвате. Что же из этого выйдет? Давайте посмотрим. Рабочее место. Руда есть. Наковальня есть. Молот. Где мой молот? Молот! Через горы, через поля прошел Нимат. Достиг наконец-то я города ветров свободы и вина. Энмарштадт так же столь неприступный, как и в былые времена. Кузнец искусный, тут творят чудеса. А? Чего надо? Я просто смотрю. Дорогуша, ну что там за казан для моего милейшего Сёгуна? Все готово. Слышал я о подобных артефактах. Их могли поднять лишь божественные силы достойные. Жаль, что уже не осталось достойных в наши времена. Арара, раз речь о богах, то я, пожалуй, прошу лично Сёгуна. Пусть сама с этим разбирается. Закружила голову вину. Что-то забыл. Дружище, а я тут должок вернуть пришел. О, полуденная смерть. С вами приятно иметь дело. Полуденная смерть. Я пробовал сорта получше. Вы слышали когда-нибудь о Азументусва? Примерно Азументусва. Так-так, интересно. Что же за напиток такой? Вино Азументуса на вкус такое, каким я его помню в старые времена. Жаль, некому разделить мои воспоминания. Вы же решили, что будете брать? Благодарю за ожидание. Да, я выбрал. И что же вы выбрали? Все. Какой не часто встретишь. Вы знаете, сколько вам на это понадобится? Моры. Возвращаться, чтобы больше тебя не видел. Заказ готов. Посмотри, как
работа. Нравится? Какой чудесный у вас смех. У меня похожий. Кто вы? Что вам надо? Я напишу об этом в папе. Рейтингом. Есть ли у вас что-нибудь поострее? Оставшиеся владельцы глазоблока будут нами найдены и разгромлены, дабы сохранить мир на землях Великой Финадзумы. Я ушла в забвение, прямиком из вечности. Я вещаю план по завоеванию всего континента во славу вечности и царства. Как вам мой новый лук? Чтоб я еще раз покинул родину. Максимум выгоды из материала для своих клинков, то лучше используй воду, что течет высоко в горах Буревестника. Ведь ее частота и свежесть даст самую необходимую скорость сопротивления воды, на которой... Прекрасное владение клинком, друг мой. А вы разбираетесь? Не хотите ли сразиться? Тогда мне надо заточить клинок. Кого там наточить клинок? Ну что же ты, милый, если не нравится, то у меня есть и другое платье. Оно как раз прекрасно сочетается с цветом твоих глаз. Я генерал армии сопротивления, да что бы я? А я Согун, правитель Надзумы, и я хочу домой! Девочка моя, иди лучше поиграй в сторонке. О, приставочка! Вы собираетесь забирать свой меч? Вы решили, что с молотом делать будете? А вы уже возьмете свой заказ? А ты что там гуляешь? Я определился с выбором ранее. Но смею посоветовать вам использовать адамантий для клинка. Для вас я бы посоветовал ориентироваться на оттенок меха генерала, чем на цвет его глаз. Что касается вас, Тартали, я подробно ранее писал, где подходящие рудники вы сможете найти. С вами дела обстоят серьезнее. Настаиваю на дегустацию вина из Азмэнтеса, нежели ваш сорт, а вот на святое не надо! Итак, каждый день. I will have order.